У Дальневосточного государственного университета путей сообщения водитель Mitsubishi Outlander спровоцировал столкновение с Toyota и Prius и тем самым помог убрать с дороги человека, который не должен был садиться за руль. Это было столкновение встречных машин. Шофер «Приуса» двигался по улице Серышева в северном направлении по первому ряду. Мужчина подвозил до вуза студентку. Владелец «Аутлендера» ехал от автовокзала и на этом перекрестке собирался свернуть налево на улицу Некрасова. Встречным машинам путь он должен был уступить. Однако автомобилист с 20-летним дорожным стажем неверно оценил скорость движения оппонента в условиях ограниченного обзора. А мне здесь преграждал видимость, крузер стоял. Но я повернулся, вроде нет никого. Передо мной тоже проехал автомобиль. Я повернулся, нет никого. Уже выезжал почти. Вот, пожалуйста, и он тоже со скоростью, видимо, скорость превышала у него там. Но, тем не менее, я виноват, наверное. Столкновение было достаточно сильным. Девушка, ехавшая в «Приусе», после удара чувствовала себя не слишком хорошо и обратилась за врачебной помощью. Тем не менее, медики повода для госпитализации не нашли, и горожанка пошла в университет на занятия. Разбор ДТП был коротким, спорить особо было не о чем. Участники столкновения ехали на зеленый свет. Виноват шофер «Аутлендера». Однако проблемы появились и у его визави. Оказалось, что сидевший за рулем «Приуса» хабаровчанин 82-го года рождения лишен водительского удостоверения. Право управлять машиной он утратил после пьяного вождения в сентябре прошлого года. С места происшествия Денис Коршунов, Анастасия Манина и Андрей Алферов.